Так, сейчас я буду готовить пасту с тунцом. Нам потребуется спагетти и сам тунец. Так, тунец мне нужно будет немножко помять вилкой. Вот такое вот количество я приготовила спагетти и размятый тунец. Собралась готовить кушать на завтра. Сегодня мы этого уже есть не будем, потому что за окном темно. Соответственно, у меня будут гнезда. Приготовила фарш. Почищу и порежу лук и чеснок. Перемешаю это все с фаршем. И еще нам понадобится томатная паста. В раскаленную емкость я добавила масло домашнее, лук, чеснок нарезанный и потерла немножко кабачка, просто для вкуса, если он вообще какой-то сдаст. И теперь нам это все нужно просто подрумянить. Здесь у нас уже все подрумянилось, а здесь я фарш, так как он без ничего идет, я отдельно добавила соль и смесь перцев. Сделала пока только 5 штучек, сейчас посмотрю по наполняемости. Сюда нам нужно добавить томат и воду. Я в воде развела уже томат и выливаем. Теперь дождемся, пока у нас бульон закипит. Солим, перчим по вкусу. Бульон закипел. У меня на объем, по-моему, 3 или 4 литра вошло 7 гнезд. Нужно добавить воды. Водички добавила. Теперь ждем 12 минут. Вот такая вот красота и вкуснота. Всем приятно. А сегодня я буду делать салат из буряка с чесноком. Вот у меня уже такие заготовки. Салат с буряка уже готов. Это все у меня для следующих блюд. Я буду делать рис с мясом, которое я замариную сейчас. Варится уже рис. Теперь тушу мясо и просто кушать и для риса. Теперь делаю зажарку для риса. Здесь у меня морковка и лук. И в рис я уже добавила мясо, которое я тушила. Я его отделила от косточек и немножко так раздербанила. Добавила зажарку и все, рис готов. И еще у меня есть бульон, который я делала недавно. Будет такой легкий супчик. Готов бульон, ну так сказать, легкий супчик. В уже готовый бульон я добавила картофель, лук и морковку. Все это посолила, поперчила и все готово. Снова готовлю себе обед. На плите у меня уже мясо, это курица, предварительно была замаринована. И вот из этого всего мне нужно будет сделать какой-нибудь себе обед. Замариную лук, я очень люблю маринованный лук, и добавлю, наверное, чуть больше овощей. И у меня такой вот соус, он такой соленоватый, я не знаю, куда его можно пристроить, мне очень хотелось попробовать. И я его намазываю на такие вот хлебцы. До боли. Всем приятненького. После тренировки я сделала себе такой легкий, можно сказать, перекус. Это много овощей, одно яйцо и мясо. И замариновала еще лучка немножко. Дело близится к обеду. В холодильнике я нарыла такую подложку для пиццы. Всякие ингредиенты, которые мне могут понадобиться. Я буду делать более такую овощную, что ли, с добавлением вот такой вот колбаски, которую недавно мы решили попробовать. Она на вкус такая не очень. И вот я решила ее добавить в пиццу. Снова готовлю вечером, но не на сегодня, а на завтра. Замариновала мясо и захотелось попробовать кускус. Никогда не пробовала его. Вот уже закипела водичка. Залила, посолила. И теперь пусть настаивается. В завершение вечерний компот.
Ну и на этом я, наверное, закончу данный фудбук. Если вам понравилась такая идея, показывает все, что я готовлю, то ставьте пальчик вверх, чтобы я знала об этом и снимала дальше такие ролики.